Ясно. Сделал. Какая херня. И бабай голова. Все, да. Короче, смотри, Джек, давай мы тебе объясним, как эта херь работает. Что делать надо? А, вот, допустим, видишь, ферма, вот этот вот масштаб, она будет большая, ну, побольше ферма будет, не маленькая. Капец ты объясняешь, я херею. Как это угадал? Масштаб будет большая, но не маленькая. Не запускай. Что вообще? Вот тут вот мы, надо быть около флажка, понял? Около флажка быть надо, Джек. И надо пропрыгнуть вот так вот. Ой, да ты на кнопку встанешь. Только она большая по масштабу будет. Last of Us 2 анонсировали. Так, что надо делать? Партибокс. Короче, берешь шняги всякие и стараешься сделать так, чтобы хер кто прошел куда. Короче, кто пройдет до финиша, тот выиграл. Не парился. Ну да, чувак. А то есть мы должны будем каждый по очереди пройти эту локацию? Нет, все вместе. Все вместе. Короче, нам к флажку нужно попасть. Аккуратно, не попади. Как понаставил, так и прощай, Джек. Не попади куда? А, так тут можно прыгать? Да. Да вы не пройдете. Я прошел. Да вы не пройдете. Неудачники. А что тебя не разрубило? В смысле, я так-то слышал, потому что... Какой-то. И тут в итоге выясняется, у кого писюн длиннее. Ясно. Постепенно он удлиняется у всех. А, не взять что-нибудь. Я не знаю, конечно, но я поставлю. А что это мне за штука? А что она делает? Подскажи, что это такое? Это узнаешь. Это батут, наверное. Поставь ее вверх ногами на эту деревяшку. Снизу. А как крутить? L1, R1. Быстрей! Не крутится! Да хер с ним, ставь-то! Я не знаю! Куда? Ну нормально. Пушка меньше. Джек, прощай. Почему он умер? Ну пушка же! Да блин. Чё ты какая-то сложная игра. Вообще ничего не понял. Правила не объяснили. Last of Us 2, господи. Анонсировали и вот это бегают там. Нет, если твоя штука убивает всех, а кто-нибудь проходит, то, короче, ты получаешь очки. Я понял. Блин, мы не пройдем. Мне не нужны очки, у меня идеальное зрение. Нахера я это сделал? Ну, в смысле, ты зачем уничтожил? О, да хрен она мне там сдалась. Охеренно дверь поставил. Я забыл. В смысле, тебе попало? Ну, давай, иди вперед. Давай, давай. Ну, слышали, что я буду в новой Страже Галактики? Слышали. А еще Last of Us 2. Еще Last of Us 2, ну все. Что будешь делать, ты? Ты можешь как этот, ты же Принц Персии, у тебя любимая игра. Ты можешь по стенкам прыгать, как там. Я хотел на колесо прыгнуть. Если раньше вот мы играли, там какой-то смысл был. А тут енот какой-то вонючий. Боссы. Это же не енот Персии. Пусть, короче, вертолет с говном на нас будет. Суть. Или что это такое? Или это мед какой-то? Мы хер пройдем. Теперь точно. А, это платформа. Это платформа. Ну, конечно же, платформа. Очевидно. А что за дверь? А куда она? Ясно. Я даже метра не пройти. Не могу. Нормально. Нужно бороться. А как? Залазь! Это никак не проходит. Я сейчас придумаю, я сейчас сделаю. А когда будет новый уровень? Когда Last of Us 2 выпустит. Когда это пройдем? А когда его выпустят? Когда анонсировали. Я взял бомбу. С помощью бомбы можно вот это все убрать, чтобы проходилось все. Я дорогу нам сделаю. И что-то убрал. У флажка, короче, куча всякого говна. Заложи, убрал. Заложи бочку, чтобы мы хер допрыгнули. Вот эту. Я так... У нас есть дорога. Готовься. Теперь. Сугой. Да блин. В тебя бомба же попала, как ты живой. Еноты, я говорю, на читах какие-то. Я енот по лоскутам. Ну теперь оно, и возможно, больше. Теперь оно. Теперь оно просто.
Ты этот вовремя нажимаешь тайминги. Все, ей! Слишком легко. В смысле очков не будет? Вы видели эту трассу вообще? Что за дичь? Что за херня? Я же старался. Нормальная игра делает. Просто, да? Просто. Вот это вот, куда падла, это ставить? Падла вот это вот, короче. Все, вот как хочешь, вот, короче, прыгай оттуда теперь. Не пашет. А то слишком просто. Да, да, да. Ну давайте. Минус один. А, тут все, вы не залезете. Шипы. Шипы. От моего трупа прыгай. Что с вами происходит? Меня штырит. Last of Us. Анонсирование. Домик как Last of Us, кстати. А можно другой уровень? Чё, на этот уже не интересно какой-то. Надо пройти, это слишком просто. Чё это за говно? Не, ну допустим. Я не знаю, что это. Ворота проведет, какой-то портал. Сейчас мы зачем ты знаешь? Я не знаю. Ну, а получи. Чё делать портал? Ясно. Там надо второй поставить. Второй поставишь, будет что-то между порталами. Кто-то играть не умеет. Ясно. Знаете что? Там Last of Us анонсировали второй. О, серьезно? Если кто не понимает, нас вчера настолько задолбали с этим Last of Us, модераторов и нас, что да. Мы теперь при слове Last of Us любим друг друга по-гейски. Три раза в день. Заложила. Положи на место. Положи на место, комок. Хорошо. Я думаю, что справа мы теперь не пройдем. Ну и слева мы не пройдем. Ну да. Мы вообще никак не пройдем. Зачем? Потому что это вот тупо. Вот это зачем было ставить? Такой. Петушек, блин. Петушку попали. Вот это прыжок. Не, о боже. Я уже думал, конь ко мне отправится. Конь ко мне. Смешное слово. Смотри, сколько раз тебя там убивают. Стрела снова и снова. Просто взад. Мне нужен второй портал. Слушай, ты задолбал уже коняку. Слушай, понастроили такого дерьма. Портал еще не раз... надо брать. В прошлый раз хоть Даша там, знаешь, пыталась что-то. Ага, да. Вот это настолько моральные уроды и вредители, короче. Что тут может получиться? Дегенерат. Я даже не знаю, что половина из этих штук делает. Дверь поставил. Какая разница? Какая же это вся херня. Я поймал зубами, я как этот, в американском фильме. Как я могу присесть, прикольно. Полундра! Блин, как мы скоро с асартовой точки не будем выбираться. О, вы на что-то... О, как ты это сделал. Секреты. I wanted to find something clever. Вы посмотрите, какие рисунки зверей. У меня в дичь. Тёма, в тебе слишком много этих жезлов. Ну, а я тут, короче, побуду, я не хочу умирать. Давай, давай. Будь мужчиной! Я в домике. Найдите меня. Меня нету. Ты знаешь, что сейчас отчет времени пойдет, и ты вообще проиграешь? Всегда. Всегда. Игру удалят. Черный шланг. Ой, шланг, говорю, господи. Шланг удалят, провод, короче, выкинут в окно. На, получи сразу, вот. Это война, сынок. Тут убивает. Нет победителей, нет очков. Нет ручек, нет и мультиков. Еще три раунда. А потом победит вот эта вот... Бомба! Ну да. Взрывите динамитом, давайте реально дойдем. Попробуем. Зачем? Это так... Ну, так-то он выиграет, поэтому ему это не надо. Эй, ничего не получилось! А, да твою мать, меня катит туда прям! Кто поставил тут лед? Я. Никто. О, да, Джек Шепард, на, вот тебе. А почему меня убило-то вертолетом? Там тут винты, потому что. Дави его! А что хорошо все начиналось. Слушай, еще два раунда, и он победит. Джек, надо что-то делать. Только что ты ничего не делаешь-то? В смысле, я вот сейчас этой бомбой херану все. Я вот этой бомбой все взорву. Я все херану сейчас. Лахахбар. Смотри, что я наделал. И как бы испортить. Вот сюда, а нет, сюда. Вот сюда. Чтобы они очков не набрали, короче. Что-то не получается. Ну ясно. Получи.
Да я-то куда? Без меня что-то бежит вообще. Что с тебя бежит? Из тебя все время одно и то же бежит. Желчь. Нет. Че это, не знаю. В смысле? Я взял коробку. Да, 5 шипов понабрал, короче. Так, это какая-то пушка. Это какая-то... Готов. Ну, а получил... Кто поставил? Вот кто поставил? Тань! Изнасилование. Джек Шепард, Last of Us 2. Он как обычно, как Happy Tree Friends этот, какого там был, дикобразик такой. Куда пойти? Сдохни! Чего он тут доску поставил? Натя раздавил еще. О, я забрался наверх, по сути я почти выиграл. По сути. По сути. А вы супер конь. Опять все в своем. Конь пердатель. На, он тебе целый сток сена, жри, не обляпайся. Да, бонусы. Че ты поставил? Покрышу? Че ты не начинаешь там? Мы как Нео сейчас будем, короче, и Морфеус, и он не прыгнул. Так, в этот раз, короче, нужно не быть вредителем, ты понимаешь? Нет. Вы же понимаете. Говно какое-то беру, не знаю. Че логично, тоже самое. Так, нам всем нужно перепрыгнуть через эту пропасть, иначе мы не... Что это за измеритель? Что это такое, я не знаю. Это, наверное, платформа, которая ездит. Пенис. Смешно-то как. Мы же не допрыгнем. Это же клей. Надо попробовать. А, липонько так. Липонько. Я не могу сдвинуться. Я прям... Скажите мне, она близко? Кто? Ну, это полоска. Ну, если ты разбежишь, то... Сука! У тебя же крылья есть. Крылья для петухов. Смотрите, пениса нет, пенис есть. Нет пениса, нет бунтиков. О, какой-то хоккеист. Как бы его пополезнее применить-то? Ясно. Пенис с наконечником красным. Сурай! Надо что-то делать. Надо второй портал ставить. Второй портал? Да господи, мы вообще не пройдем эту игру. Тут нужно разумным человеком быть. Ну и чё вы понабрали? И ну и чё, ну и чё. Давайте у нас будет плацдарм. Хорошо. Ясно, и говнокод понаставили перед плацдармом. Смотри, вон оттуда, короче, с портала можно попасть вот сюда, вот, короче. На наконечник пениса, чё-то не хочется. Я жив был! Жив! Коники, что ты не ходишь, коники? Конь стоит, ждет, короче. Да, ожидающий конь. Ну понятно. Ай, да-да. Жаль, что енота тут нет. Енот говно. В смысле первый? Ты как так оказался? У меня пиписка, как у птенчик. Че? Сейчас пушек понаставить, чтобы самим не пройти, короче. Вы не пройдете никогда. Ясно. И все таки. Почему? Ну почему? И Коныки опять вот это вот стоит. Дерьмо. Ладно, сдохнуть. Слишком темно было. Темно. Темно. Темно как-то. Что так темно? Не, ну таки темно. О! Дым ты пил. Что ты понаделал? Что ты камон? Ну и чё? Ну и чё теперь? Как в портал попасть? Хер вы выиграете. У тебя длинный пеппингом. Мой пеппингом самый длинный, хер вы пройдете. Конь, короче, ушел. А смысл тут? Ясно. Все, короче, это конец. Очков набрали и суицидить сейчас будут. Ты понимаешь, что может он выигрывает? Я да. Я что, это разочаровал. У него зеленая полоска длинная. Мой пеппингом длиннее. Зачем нахера ты вот это сделал? А сами-то что настроили тут? В смысле? Джек, надо выигрывать.
Мы не выиграем. О, твою мать! Скользко, да скользко! Сам же поставил эту хит. Не забыл. Я буду спинкой теряться, короче, всем. Спасибо. Прям в рот. Закрыл. Просто в голову принял. Принял как мужик, хотя нет. Мужик мужика видит истерика. Истерика, истерика. Я взорву это дерьмо, оно мне не нравится. Хорошо. Но надо как-то, чтобы не задело ворота. Ворота взорвал. Так ворота все равно выхода нет. Оп. Ясно. А чё бы нет? А чё бы нет, Джек? Мы должны справиться. А, портал же он сломал. Да, конечно сломал. Нахер он нужен, этот портал? Прямо прошел, а потом сломал. Да это легко, это даже челлендж, хотел я сказать. Ты мертв? Вот это ты играть ты не умеешь. Закин самонаводящиеся стрелы в голову, ебать. Да, да, я говорю, вообще плохие. А портал есть? Портала нет. Что я взял? Я взял динамайт. Динамайт. Арбалет там окончит, даже нет. Я думал заденет, это же динамит, блин. Конечно. Что, некуда, некуда. Куда бы подлить? Куда бы поставить, чтобы смешно было? Эй, почему эта херь не ломает? Коин столкнул курицу с обрыва, а теперь в другим новостям. Слушай, какая коварная херь, всего одного пикселя не хватает, чтобы достать. Ну да, смешно. Портал, пожалуйста, портал. Дайте портал, дайте портал. Дайте ему портал. А почему у нас у двоих динамит? Старайтесь, работайте. Тёма, я не знаю, что сделать, чтобы всё правильно. Не зарынил нам. Я успел. Ёбаные! Ёбаные! Оп. Нет, кон! Тёма, я смогу! Скользко! Куда ты? Я пытался. Сдохли. Я понимал, что я не трудно, но я же должен был попытаться. Ой, нет, а что там внизу? Омлет. Там этот... Липкая херь на этом колесе. Ну да. Ещё три раунда. Спасибо! Потому что это колесо с липкой хренью. Да. Да. Смешно. Так, что это такое у меня? Я не знаю, что это. Но никто сюда не прыгнет. У коня такое лицо серьезно, когда что-то ставит. Надо подумать. В смысле, ну теперь это все... Ghost of Us 2 анонсировали! Сказал, умер. Сказал в бан. Такие крики хорну. Так, я что-то... Мы не проходим. Мы одну и ту же надпись видим на протяжении всей игры. Кроме одного раунда, в котором кто-то выигрывает. Все хватает динамит, короче. Вот это падлы. А, это я схватил. Это я падл. Ну да. Так. Взрывай, давай. Ну поставь. Уже ждет, как подгадить. Джек, давай, береги. Давай встать. Да куда ты прилетел? А, хорошо. Да мы... Нормально. Смотри. Раз, два. Оно не проходит. Может быть, нам надо с тобой действовать сообща. Я, короче, прыгаю, а ты меня еще копытами, короче, туда запуливаешь. Копытами. Джек, он тебя подставит. Не верю. Ясно. Я тебе не верю, ты выигрываешь. Уже забрал бы. Он сейчас опять все взорвет, и мы никогда не прыгнем. Все, последний. Ну, маленький кубик на пути к успеху. Быш. Я суицидный, короче. Суицидальный кролик. It's make no sense. Дай. А ты можешь допрыгнуть, если X будешь? Нет. Господи, да ты проиграл. Проиграл? Да. Ну, в смысле нет победителей? Я суперкурица. Надо реакцию сделать какую-нибудь. Комплимент. Не знаю, как делать реакцию. Бесполезное говно. Ну да. Что это такое за вопрос? Я нихера не понимаю. Ты же открыл какой-то новый уровень. Что такое?
Ну, я не знаю. Режим команды, это нет, не про нас. Мне нравится, что авто стоит такая, короче, вообще пинты дела. Все, резко садимся. Под хвост. Конь просто, короче, там выступас анонсировали, прячемся. Бежим, бежим. Это самое, тут вон эти ништяки, новые уровни можно пооткрывать. А, можно, да. Ты смотри, как под гайки ходишь, чтобы никто не запрыгнул. Ты посади. Ну давай, ставь. Под вот гадя. Так. Вот люди подбегут, прыгнут, короче. И вот. Тут пока еще не получается, гади. Что за кнопка? Вам какой этаж? Где тебя раздавит? То есть вверх и вниз оно проезжает, но когда ты внутри... Вот о, это, новый уровень! Да! 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 Опять оно вот это... Да? О, это что, чёрная дыра? Что это за чёрная дыра? Круто. Боковые кнопки позволяют вращать. Ах, вот. Я не знаю, что это делает. Давай, Джек, решайся. Иначе Last of Us 2 на все. Ясно. Сделан. Больно было. Эти Макконахи, спаси меня. А, так это просто типа умирать и все? Я думал, вас закинет. Может, если вторую поставить, то может и закинет. Водичка. О, да. Больно. Ясно. Ну я же выиграю тогда. Почему вы сами себе вредите? Вы должны помогать себе. Енот в не товарищ. Что это было? Меня смыло двумя лучами, потом убило шайбой и закинуло. А меня тоже в это закинуло из вас. А конь ждет, конь знает. Вот он сможет набрал, вот там он пропрыгнуть. Вон туда наверх. Вон туда наверх, по перекладине металлической. Ну да нельзя там ни хрена. Срань затягивает все подряд. Он улетел в будущее, где анонсировали Last of Us 3. Сейчас вернется и расскажет нам про это. Услышали? Вот эта херня, она тут не должна быть. Вот кто это сделал? Вот кто? Больно прям по петушиным яйцам. Не смей! Нет! Не смей! Не смей! Умереть надо! Да почему я не могу запрыгнуть? Там, а как запрыгивать, я понимаю? Ну, хер вам, сам что-то не получает. Ясно! Прыгай, конь! Конь, прыгай, прыгай, прыгай! Мутантский конь! Лифт забрал мой труп! О, пиписка удлинилась. Соло, вот это я понимаю, ловушка, мудак! Конь, говно! Ты чё, аутсайдер-то? Я вообще ни при чём. Вообще ни при чём будет. Вот сейчас, сука, начнётся. Ясно. Понятно. Пью! Я справлюсь! Юрис! И труп тебе прыгает, короче. Ей! И шайбе попало в лоб. Курочка. Курочки. Так. Где еще воды не хватает, да? Мало воды. Ой, господи, это же непроходимая херь. А, твою. Джек, один хвост торчит. Джек, ты живой там? Просто умри! Нет! Не пролезешь на питомец! 52 складки! Ясно! Но! Но! Да, дверь пустите! Ты сдохни, как мужик! Мужички енот! Жил как енот, умер как енот!
Умер как мужик. По делам. Динамит! О, деревяшка. Деревяшка. Куда бы ее поставить, чтобы никто не смог пройти этот уровень, да? Ну да. Ясно. Сейчас закроют вообще все. Куда бы еще шипов понатыкать? Шипов. Куда ты прешь? Его распилило. Пристел. Стекла. 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 Хватит. Смертная тусовка какая-то на трамплине. Некрофильские выходные. Аутсайдер. О, бомба. Чтобы взорвать. Джек. Ничего не поможет. You have no right to be here. Бесит вот этот хоккей просто. Хоккей бесит. Ну что, ребята, ну что, погнали, погнали вперед, погнали, погнали. Че ты тут зассал? Ну ты. Кто это? Ну кто это сделал? Ну кто? Это возможно. Это возможно. Твою мать. Джек, мы выбраться не можем. Да правильно. Только смерть ждет вас. Смерч. Нас ждет смерч. Говно какое-то. Ей. Вот это херово сейчас было придумано, Джек. Да, блин, я научился портить жизнь. Я смогу. Я смогу. Да твою мать. Лошадь, которая смогла. Это все, что ты можешь, да? Ясно, ясно. Сдавайся. Понятно. Нажмите Б, чтобы сдаться. Не буду сдаваться. То есть все это время можно было сдаться. Домик был! Там же домик слева был. В него нельзя в домик. Твою мать. Так. Да ладно, он очистил нам путь. Ну, так, блин, выиграть надо. Что-то здесь не то. Мутацкий конь. Ну, в этот раз я точно пройду, это ж изи. Да блин, липкий куб. А я так хотел. Прыгай, прыгай, Джек, прыгай, Джек. Ну и чё, сдохни, сдохни! Сдохни! Парап-парап-парап! У Джека вообще такие, вот по этой логике, пиписьки нет. Да так мило. Вот это говно хочу убрать. Вот это говно. Все посносили. А барбалет-то я... Кто поставил? Ну чё, поставили я? Нет, уж сидите тут. Най-най-най. Ну я же должен перебраться. Не могу. Ты отставь мою задницу спокойно. Номер два. Джанни, мою задницу. И чё, и чё? Дальше будешь делать. Умрёшь. На стекло, короче. Говно, короче. О, господи. Он мне говорит... Я, говорит, пипиську не чувствую. А мы ему говорим. Эй, нет. Слышь, надо... А чё я взял-то? А, господи, посмотрите на эту рожу. О, так нормально такой. Я так... Так нормально. Так нормально. Быстрее взять. Нет, ты не сделай. Да кого? Да к чему происходит? Я не умею играть в эту игру. Все, сука. Какое все? Ну блин, ну я же хочу выиграть. Не сможешь обыграть Кону. Кона. Кона. Ты не должен этого делать, запомни. Конище троянское. Конище.
Батерится дизяй. Давай. Можно реактивный ранец, я не знаю, какой. Можно. Да я, Джек. Вот ты это все к херам сноси. Вон он сейчас поставит. Бей. Что он делает, а? Он сейчас, он опять заградит эти, говорю. Это вместо свиноты канота называется. Коноки, говеноки. Вот так-то. Я смогу, я сделаю это. Я не могу выбраться. Ну твою мать! Да блин! А как ты выжил? Изи! Джеки, живи! Джеки, если умрешь, я тебя возненавижу. И камера так нынешняя. Я слишком рад, я слишком рад. Аляк, тю мувить, мувить. Вас там позвали, анонсировали. Быстрее в проволоку, вас там позвали. Да, мне, пожалуйста, лифт. Пожалуйста, на третий этаж. Мимо мертвой курицы, пожалуйста. Успокойся, Артур. Спасибо. Хватит. Как я выжил в прошлый раз? Давит. Его не давит? Или вот давило? Сраный конь. Да как я в прошлый раз выжил там? Вонючая коняра. Я такой. Супер конь. Я такой, да. Я такой. Кто это? Я такой. Я такой. Господи. Так, там новый левел, пошли. Хорошо, хорошо. Где он? Я считаю, что это было... Вот он где? Где я? Он? Там. А где он? А где? А где он? Он мне... где-то. А где он? А где? Где он? Где он? Ну выбери ты уже. Ну, я не он? Знаю. У меня проблемы с выбором. Где конь? Так новый уровень же бабайка открыла, ты... мы в чьей сессии? Там мы же не в бабайковской. Весь это без разницы. Уровень у всех должен быть, по-моему. Но он, наверное, выше. Чего вы там скачете? Было так написано, я скачу бабайка. Нету открыл. Выше ничего, прикинь. Внизу ничего нету. Так а где он? Новый уровень, говорили они. Так, наверное, у тебя он, давай ты приглашай. 3 из 10 разблокированный уровень. Уровеней. Нет, а что я-то открыл? Ну, было написано, что было бабайка открыл что уровень. Бабайка, да. Я взял, а ты открыл какого-то хера. В смысле? Тупо. Да, иди давай, это, открывай иди на давай. Сессию и... Иди давай. Иди давай отсюда. Соединение прервано. Понятно, понятно. Играть онлайн. Играть онлайн. Угу, так. Вы сами себя сможете пригласить? Мы сами себя не приглашаем. Что, мы дебилы, что ли? Ну вы же можете это сделать. Нет. Я могу присоединиться к твоей игре. А, я могу пригласить. Это, наверное, более логично будет. Слушай, я же уже загружающий так. А Джек может сам загрузиться? Я загружаюсь? Я не знаю, пригласи себя, тогда загрузишься. Я не уверен. Загрузка домика. О, вон он, новый уровень. Я же говорил, я его открыл. Да. А я в сессии? Говорил. Да. Ты, да, вон, вот выбери енотика. Твоя. Енотика, выбери. А как выбрать енотика? Я не хочу быть енотиком, енотик несчастливый. И баран, енотик. Баран, бери енота. Кто такой МБФ? Ты создал не только для друзей, да? В смысле, я для друзей создал? Ну, как бы нет. ББФ какой-то пришел. Ладно. Сейчас будет подбить ББФ. ББФ какой-то пришел. ББЮ-БЮ. Ау. Нам нужно попасть в то дуплище, да? Так, сразу берем лед. Чек. А, Last of Us 2 анонсировали. Джек. 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 Нет, как бы онлайн. Я вообще никого не слышу, у меня наушники оторвались. Все, я тут перестал. А как мне выбрать? А, понял. А куда идти? А, вот где мы начинаем. А, мы начинаем здесь? А? Я в сторонке постою, а вы там самоубиваетесь, пожалуй. А что же делать? Что же... Ого, ля, нихера. Нихера ты. А что дальше? А дальше что будет? Я мучу. Смотри. Я не хочу умирать, сука. Да сюда. Черт.
Ничего себе там. Ясно, ясно, Джек, ясно. Ну, МБФНС точно не выиграет. Ну, конечно. Порталы! Слишком слабак. Ясно. Ясно, да. Он что-то замышляет. Он хочет пройти, наверное, игру, он не понимает, куда попал. Ставь портал. МФБ, ты поставь портал. А кто там портал ставит? А ты портал ставишь, серьезно? Да. Поставьте порталы нормальные и прыгнем, и толк. Серьезно? Да. Ну, угадайте, кто сейчас поставит портал куда-нибудь в жопу мира? Вот кто просто может его поставить в никуда? Ясно. Если ты вот сюда попадешь, то что? Он выжил! Ни хера себе! Как ты это делаешь, господи? Вот такой надсосными конь. Надсосными, смешное слово. Пролетай на сосном кукувке. Хорошо, ладно. Я думаю, надо как-то усложнить задачу. Чего-то не хватает. Недостаточно сложно. Да, не дожимает просто. Не дожимает. Нажмите X, чтобы подбежать это как. Смирись с тем, что ты просто не пройдешь. И ты не пройдешь. И я пройдешь не пройду. Ты. Такой. Просто Б нажми. Нажми Б просто. Нажми Б просто. Держи. Все. Ну вот кто это поставил? Кто? Задача должна быть сложной, но не невыполнимой. Говорил сенсей. И чё, ты не ту Б, по-моему, держишь? Ну ладно. Матюки не написал. Как вы материтесь? Не скажу. Ну так же нечестно. Да. Бомба, 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 бомба. Не надо бомбу портить только. Бомба! Пройти надо хоть раз. Хорошо. Ну, надо сейчас просто заиграть. Сука. Где есть-то? Я упал? Так я же вроде упал прям в этот. Ясно. Ты знаешь, рано или поздно мы пройдем это место, я тебе говорю. Не. Никогда. Нет. Это же новый уровень, мы не знаем, как его пройти. Я вам сейчас покажу. Клейся, да. О, видишь, мы как сделали. Вот это тимплей. Чё вы сделали? Кто сделал? Что? Можно разогнаться на этой ледышке, короче. И допрыгнуть оттуда. Сука. Джеки, прыгай. Джеки, сам прыгай. Танцулькин. Это делать. Нет, не допрыгнул что-то. Упс. Джек, если бы у тебя были ногти, ты бы их грыз сейчас, да? Что ты делаешь? Я живу, а вы нет. А ты знаешь, что кто вот так вот затягивает, он минус очки получает? И что? Мне все равно ноль. Ноль минус много, ноль. У тебя будет минус очков, много, ты будешь проигравший, будет. Выигравший. Да я все равно не попаду в эту штуку, хотя... Да спрыгну, умри как мужик. В смысле, нажмите, чтобы остаться, я что, живой был? А, это не я, я испугался. Прикинь все это время. Уже просто доски дают, просто уже пройди. Ну, знаете, кто выиграл просто? Кто мы? Парень в портал попал. Как ты сделал это, предатель? Как тут-то пройти? Бля. Как бы Майкл умер? Там закрыто все. У меня Блэйди как пройти. Думает парень. Че бомбы-то все забрали? Я не знаю, что это, но я это поставил. Выглядит как огромная буква Х. Может быть, это и есть колесо. Да как? Почему ты не попал? Ты не попал. Слушай, ты знаешь?
Я думаю, что таким макаром победителей не будет вообще. Что вы говорите? Что вы говорите? Да. Жопа. Не, ну, а чё? Как ты? Слушай, он слишком умён, он опасен для нас. Вот это я удобно сделал, скажите. Да, только дальше-то чё? Джек, ты так и будешь стоять там, плакать, да? В смысле невозможно? Там кто-то слабака дал только что. Джек, главное все делать вовремя. А где Конаки? А сколько там осталось уровней? Сдох. Попыток еще. 5? Сдох. 500 где-то. 20. 20. 22. Закрой, что там стоит. Джек, ты предатель. Кто это? Ну-ка, смотрим. А, я упал. А можно падает плясать, танцевать? Ясно, кровь пролетела. Можно, я попробовал. А, ну как? Хватит стрелять. Смерть. Нет. А он выживет сейчас. Нет, да сука. Он выживет. Вот беду. Не до птиц. У меня пиписька выросла. У тебя ловушка сработала? Ух ты, зря. Хера знает. Браво. Ну, твари. Побежали подлить все сразу. В смысле? Понимаешь, что это смысла не имеет вообще? В смысле, для него-то имеет, он-то выиграл. Да. Как он это сделал? Я ненавижу этого парня! Портал надо было херануть просто. Нет! Нет! Нет, только не Джек! Мудацкая овца! Сволочи! У тебя истеричный смех, по-моему, да? За все игры первые. Я дошел! Да блин, ты сейчас сдохнешь! Камень сверху упадет какой-нибудь. Ох, сволочь. Еще два раунда. Так, говно сгущается. Как обычно. Хер вам, а не бомба. А, ну бомба у меня, ну ладно. Джек, ну подлим. Молодец, Джек. Вот это было внезапно. Такие, вот эта вот секунда, когда задёргалась. Паника такая. Вот такие. В жопе стало узко так. Нет, я проиграл. О, что это? Да это же невозможность пройти. Прыгай, прыгай, прыгай. Чё? Ты висишь, мы БФ. И Джек танцует. О, как он умер. Б назашал. Б? О, слаба. Так тогда последнего будем. Да, может вдруг кто-нибудь этот. Думаю. Давайте просто танцевать, типа. Что еще делать? Как ты танцуешь? На игре. Я танцевать не умею. О!
Че, пацаны, как дела? Как ты умер? Слишком стильно танцевал. Давай сделаем это вместе. Давай. Я чувствую твои десна. Это не десна. Ты глупый. Кто выиграл-то? Ну ты похож. А я не нажму кнопку. Да прыгай ты уже. Прикинь, сейчас перепрыгнул бы. Ну там типа дальше все проходимо. Дальше-то можно пройти. Прыгай! Либо мы! Ну сдавайся уже! Ну всем надоел. Сердечный приступ достал мне. Нет победителей, нет и мультиков. Ясно. Петушка. Выиграй. Почему? Нет.